Здравствуйте, дорогие подписчики. В этом выпуске у меня две посылки, и здесь в маленьком у меня два microSD карточки по 32 гигабайта, а тут Wi-Fi роутер, беспроводной роутер, который карманный роутер, вы можете таскать его везде. Этого выиграли в eBay аукционе, а этого просто заказали в Buy It Now eBay. Итак, начнем сначала с карты памяти. И я заметил, я уже не первый раз заказываю этого продавца SD-карты. Если заказать стоимостью более 35 долларов, то он отправляется с tracking номером. Вот. И посылка приходит гораздо быстрее. Если заказать только одну штуку или же ниже 30 долларов, то да, 35 долларов, то да, посылка отправляется медленно, долго и без tracking number. Так что я ссылку оставлю, и имейте это в виду, когда будете заказывать. Ну так, меньше слов, больше дел, пойдем дальше. Итак. Надо быть аккуратнее. Вот. Вот SD-карты 32 гигабайта. Вот. Класс 10. Тут особо не о чем говорить, так как все знают, что это за штука, для чего она и так далее. Ну. С этим разобрались, пойдем дальше, другой упаковки, более интересной, в Болгарии. И аккуратно распакуем ее. Итак, вот он и сам роутер. К сожалению, я больше не смогу вот это открыть, так как у меня с покупателем, то есть с заказчиком, есть договор, что я не буду полностью раскрывать его посылки. Надо соблюдать договор. Поэтому, к сожалению, не смогу открыть это. Ну, как говорится, клиент всегда прав. Насчет этого роутера я узнаю, как он воспользовался с этим. Не знаю, доволен или недоволен. Ссылку я могу оставить, но толку от этого не будет. Потому что этот товар был в аукционе, и мы выиграли его в аукционе. Так что второго такого там вы не найдете. И еще он пользованный, то есть used. Это чья-то собственность, он продал его в аукционе. Так, думаю, с посылками разобрались. Время прощаться. Спасибо, что просмотрели видеоролик. И если есть какие-то вопросы, не стесняемся задавать их в личку или же в комментариях. Я отвечу вам, как только смогу. Удачи!